спросите меня что-нибудь. Я предупреждал тебя, Голди. Теперь ты готов получить от Бонни? Я думаю, что он под влиянием фиолетового человека. Эй, Бонни, мой лучший друг! Это не то, чем кажется! Эй, погоди ты там, тюремная крыса! Я знаю, что это ты! Я доберусь до тебя, как только выберусь отсюда! Ты в ловушке, Фокси? Теперь подожди, уверяю тебя, это только временно! К тому же, это действительно не так плохо. Если бы я стал королем пиццерии вместо Фредди, ты мог бы быть моим партнером во всех преступлениях. Отвали от меня! Я собираюсь рассказать об этом, прежде чем ты получишь возможность навредить им. Ой-ой. Ну и дружба. И Голди, у тебя много друзей? Ответ. Нет. У меня нет больше друзей. Но шоу должно продолжаться. Вы можете видеть меня там. Я слышу толпу, которая развеселит меня. Плохо иметь столько неверных друзей. И поклонников. Кому нужны друзья, когда у тебя есть слава и власть? О, друзья! Ты думал, ты мог уйти с этим? О боже, Фредди! Что ты собираешься делать? Бороться или попытаешься объяснить? Ведь когда-то он был твоим младшим братом. Вы знаете, какие плохие последствия могут быть? Вы могли застрять в кулинарных более 10 лет. Почему бы вам не телепортироваться в безопасное место? Ах да, я могу сделать это! Перестаньте давать ему идеи! Везде искать его! Найдите его быстро, иначе хрен победишь! Так что, да, теперь у меня есть время поговорить с тобой. Как насчет этих вопросов? Это так эгоистично, Голди. Голди, о чем ты думаешь? Что? Вы не хотите, чтобы я победил?